всегда есть, да? Геннадий Васильевич создан эти часы буквально с нуля за 11 месяцев, за те же 11 месяцев. То есть вот полностью придаточное число рассчитал, выложил это все на стол, и тогда уже говорит, ну да, уже что-то у него получается, давайте помогать. А там заводом попросили помочь металлом, станками и все такое прочее. Кстати, вот на этом диске он всех поблагодарил, кто ему помогал. Там даже есть фамилия уборщицы, которая подметала стружку, когда он нарезал эти шестеренки. Ну, а вообще-то все были заняты строительством ратуши. Гена собирал это из того, что вот...